нам. А, ты хотела? Испортила всю картину. Мы тут сидим с мамой, секретничаем. Вот. И к нам тут присоседился кое-какой чувак. Себе разрывало здесь ямку. Он голый, и ему нужно тепло. А еще он вонючий. Он пахнет. Да ты только его не прижми, пожалуйста. Валенка пахнет. Пахнет, да, он шерстью пахнет. И вот он тут у нас сидит, чтобы присоседился. Ну, не мешало бы его помыть после лета хоть. Да он давно ушел мыться. Хочу вам рассказать большую тайну. Я планирую в 2020 году пройти тренинг «Как выйти замуж». Короче, тренинг проводит Наталья Покатилова. Вообще этот тренинг стоил раньше больших денег. Ну, небольших, но таких приличных денег. Но сейчас он в свободном доступе практически. То есть можно его приобрести, присоединиться к нему за донейшн. Не знаю, знает ли кто-то из вас Наталью Покатилову, но те, кто знают, и те, кто не знают ее, я сейчас немножко расскажу. Она вообще, ее книги у меня появились задолго до того, как я начала заниматься всякой вот этой вот деятельностью, самоосознание, самопознание, да, разные тренинги и так далее. Впервые эта книга появилась у меня, наверное, Натальи Покатиловой лет так это к, ну, наверное, 15 лет назад, когда я только что приехала в Саратов. И он как-то меня так впечатлил, она, книга. И потом я забыла, прошло какое-то время, я о ней забыла, и вот спустя 15 лет она опять появилась в моей жизни. У нее сейчас непростые, вообще непростая ситуация в жизни, она болеет раком. И сейчас все курсы, которые она ранее проводила за определенную какую-то зафиксированную сумму, их можно пройти за донейшн. Небольшая предыстория. Как я вообще наткнулась на этот тренинг, мне написала моя подружка, такая говорит: «Настя, не хочешь со мной вместе пройти?» Она с таким энтузиазмом, с таким воодушевлением: «Не хочешь вместе со мной пройти тренинг «Как выйти замуж?»» Я говорю: «Слушай, Натя, не говорю, я вообще в эти тренинги не верю, тем более я в свое время проходила курс Милы Левчук, покупала». Многим из вас известная, наверное. У меня есть книги, все книги Валяевой. Я много что дополнительно чего-то изучала, каких-то лекций других спикеров. И я реально понимаю, что есть какие-то правила, да, есть тренинги, а есть масса исключений из правил, когда тренинг не работает. Ты можешь быть пай-девочкой, все как описано в этих книгах, и в итоге быть несчастной в отношениях, а может быть последней стервой, ну, как моя практика, скажем так, жизни показала, а может быть стервой, и ты будешь востребована, тебя захотят взять замуж, и вообще тебя будут любить, боготворить и так далее. И таких масса случаев, наверное, вы найдете в своей жизни, когда, ну, вот нет никаких правил. Ты можешь быть хорошей женой, хорошей мамой, да, идеальнейшей, но при всем при этом быть невостребованной в отношениях, нелюбимой и так далее. Есть, короче, правила, а есть, вот говорю, масса исключений из правил, есть такое понятие, как карма, и хоть вот обчитайся, хоть обсмотрись, и хоть как исправь свое поведение, да, это не может не сработать. Через 5 минут мне что-то стрельнуло в голову, и я ей пишу: «Надь», я говорю, «я уже оплатила», то есть я быстренько зашла,
по ссылочке, оплатила донейшн, мне пришел доступ к этому курсу, ко всем мессенджерам, в которых будет проходить обучение, куда будут скидываться видеоролики. И все. Я написала Наде сразу. Я говорю: Надь, так и так, я уже вступила в этот курс, оплатила уже донейшн. Так что я говорю, буду вместе с тобой. Она даже не ожидала такого поворота событий. Я просто подумала, знаете, о чем? Не о цели самой, да, выйти замуж, а о самом процессе. Там, скорее всего, будут какие-то именно по женской части давать техники. То есть можно... Я просто захотела, вот если вот так вот просто сказать, я просто захотела напитаться женской энергией, как-то вот погрузиться вот в эту атмосферу. Мне захотелось какого-то такого вот обсуждения, участия. Там будут даваться какие-то техники определенные. Вот просто мне захотелось, так как у меня сейчас настал такой вот хороший период в моей жизни, именно гороскопический период, поэтому вот, наверное, меня больше всего привлекло не конечная цель этого пути, да, выйти замуж, а именно вот этот вот процесс, когда я смогу погрузиться в женские состояния. Так что, кто, девчонки, хочет тоже поучаствовать, имейте в виду. Я ссылочку постараюсь, если не забуду, оставить внизу. А если вдруг забуду, напомните мне, если кого-то, опять же, это заинтересует. Ну, даже просто для того, чтобы разнообразить как-то свою жизнь, свою рутинную жизнь. Скорее всего, большинство из вас работает, на кого-то наложена масса вот таких вот обязательств по воспитанию ребенка, по уборке, по готовке. И очень мало кто из нас может выделить время на себя, из вас. Я не говорю про себя, из вас. И, возможно, будет для вас это, вот знаете, как глоток свежего чистого воздуха, и вы сможете переключиться, вы сможете наполниться через этот тренинг и что-то для себя взять. Что-то такое практичное, что сможете применить опять в жизни, и это ее поменяет. Я даже не то, что на это надеюсь, а искренне в это верю. Чудеса случаются. Та-дам! А у нас 31 декабря, никто не отменял. Я буду его проводить вот так, как вы сейчас меня видите. Я не буду краситься от слова совсем. Я сделала такие вот милые девичьи косички. У нас завтра уже день рождения будет у крестной моей. Пригласила она в 2 часа дня. Естественно, мы сегодня встретим Новый год. Выпьем шампанское. Сходим, посмотрим салюты, которые у нас здесь будут пускать. Фейерверки разные. И пораньше ляжем спать, чтобы я завтра могла встать, привести себя в порядок, накраситься, надеть красивое платье и сходить на день рождения. Ну, ничего не хочу. Если в прошлом году я хотя бы накрасилась, одела домашний костюм, такой пушистый, то в этом году мне захотелось просто какого-то уюта, семейности. Не хочу. Не хочу это делать ради канала, ради там вот, чтобы как-то выглядеть. Хочу делать то, как я считаю нужным, как мне нравится. И я учусь этому. И не опираться на чужое мнение и на то, как желают видеть тебя другие люди. Просто держать. А я буду там, ну, извращаться как могу. Ну, то есть, как бы это будет заставка на... Вот так, да? Ну, да. Вот держи так. Чтобы Адик не увидел. Кто-то против, походу. Адик, я просто его на руки взяла, и все. И ушел. Бросили и ушел. Ну, сядь, дай я тебя, я просто с тобой... Ага, идет, бежит.
возмущается. Ничего. Переживает за него. Ты его снимаешь, Адика? Адика нет. Нет, снимай. Кошмар. Ага. Видал? Да вообще кошмар, его даже взять нельзя. Он его... Ну, выдает. Ну, пускай, не трогай, не трогай, они перестанут сейчас. Не трогай. А что там молчание? Подушку положил он здесь. Используется на обрядах, через него проще входить в трансовое состояние.